Дорогие ветераны, уважаемые ивангородцы, поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны. 9 мая – это святой день для каждого. Именно он подарил нам жизнь и мирное небо. Благодаря вашему подвигу, благодаря миллионам жизней, которые были отданы советскими солдатам в годы Великой Отечественной войны, мы можем жить, мы можем созидать, мы можем растить наших детей и смело смотреть наше будущее. Низкий поклон вам за то, что вы, несмотря ни на что, продолжаете жить рядом с нами, подсказывать нам, воспитывать нашу молодежь. Именно благодаря вам в послевоенные годы восстанавливалась наша страна из руин. Именно благодаря вам наша страна стала передовой в мире по разным отраслям. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня по-прежнему остаетесь с нами в строю. Мы будем помнить наших ветеранов, отдавших свои жизни на полях сражений, в тылу врага, в блокадном Ленинграде, в фашистских концлагерях. Конечно же, ваш подвиг останется в наших сердцах. Мы будем передавать страшные воспоминания о той войне нашим детям, нашим внукам. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Эта война и эта яркая победа навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. И мы обязаны пронести ее всю свою жизнь. С праздником вас, дорогие друзья!